для маленьких устистых роз достаточно просто колышка. Для опоры, чтобы подвязать куст. Тут разрастутся, будем подвязывать. В прошлом году посадил розу. Вьющийся должен куст очень большой. Ему уже подставочку. Она нынче принялась. Я решил вот из трубочек. Обрезки остались от металлопластика. Сделать своего рода каркасик. Подставочку. Очень удобно. Обрезки все равно выкидываются. А это пойдет в дело все. После того, как согнули трубочку, змеевичком, согнули подставочку, чтобы кустик подпереть. Просверливаем и связываем на проволочку. Я простой вариант взял. Взял алюминиевую проволочку. Все это дело связал. Ну все, а теперь на грязь украшать куст розы. Вот сейчас попробуем поставить каркасик на место. Временно была установлена арматурка. Бьющийся вроде нужен обязательно не прямой каркасик, а именно бьющийся, чтобы она была. И, соответственно, надо будет ее поставить каркас. Ну, а первый год маленькая, на следующий год, конечно, придется сделать более высокий, более надежный каркас, потому что по объему куст увеличится. Рекомендую, чтобы вьющаяся роза, она как бы была обвита вокруг куста, то есть ее основу каркаса поставить, а к ней уже привязывать по кругу листья, чтобы она, вернее, эти стволы, чтобы она развивалась выше. Вот так дело будет выглядеть примерно.